Всем привет, с вами Ирина. Сегодня у меня посылочка необычная. Это будет не фаленопсис. Я решила попробовать кое-что другое. И я заказала очень-очень красивую цветущую, тоже орхидею, но немножко другого вида. Это сложный гибрид. И сейчас вы сами все увидите. Я давно охочусь за одной котлеей сортовой, но я ее котлею так и не купила. Все время получается, что я бронирую, и я получаюсь третьей. Я постоянно завозят два вида. А это у нас не котлейка, это у нас кое-что другое. Вот утеплители. Девочка положила, как все и обещала. Так это выглядит. Тут мне, наверное, нужны будут ножницы. Боже, какой это кайф распечатывать посылки. Кто покупает вот так вот, ну, вживую, сразу видит орхидею, да, в этом есть свой кайф. Но когда распечатываешь посылку, когда видишь растение на фотографии, когда его получаешь, то есть вживую оно совершенно-совершенно по-другому. Когда распечатываешь посылку, получается, как будто бы ты распечатываешь какой-то подарочек, как в детстве, как раньше родители под елочку ложили подарочек, запаковывали. Ну, у меня такая ассоциация с посылочками. Люблю посылочки, люблю интернет-покупки, я не боюсь заказывать. И мне, как вы знаете, везет. То есть совершать покупки я. Вуаля! Как пахнет? Сладко-пряным ароматом. Кстати, не было написано, что она пахнет. Некие специи. Специи, да. Его название Белара. Белара – это очень сложный гибрид. Она включает в себя 4 вида. Брассия, Кахлеода, Мильтония и Одонтогласум. Поломался листик, гляньте. Поломался. Ну, он такой, знаете, как... И тут поломался листик. Боже, ну она пахнет потрясающе. Боже, это просто чудо. У нас камбрии только, знаете, какие? Обычные камбрии бордовые, восковые или бархатные, пахучие. Такие камбрии – это большая диковинка. У нас они, ну, скажем так, это считается уже экзотическое более. Гибридная камбрия. Она потрясающая. Что тут у нас с бульбочками запотела, бедненькая. На улице холодно.
На улице холодно, в квартире тепло. Конечно же, она чуть-чуть покрылась испариной. Но это ничего страшного. Вон. Очень жалко листик. Блин. Один поломался листик. И вот тут вот поломался листик. Вот тут что-то новое лезет. Цветочек крупный, цветочек 10-11 сантиметров. Очень пахнет прямо сладким ароматом. И вы знаете, я долго искала информацию, информации мало, но все-таки же пишут, что это камбрия. Почему? Потому что я когда искала информацию по уходу, я наткнулась на то, что некоторые пишут, вставляют вот точно такой же цветочек, точно, и пишут, что это зиг, зигопителла. Вот. Я очень долго сидела, смотрела, сравнивала листики именно, то есть отличить их очень трудно. То есть профессионалы, у кого уже есть, опыт, у кого есть растения, они, да, могут определить. Допустим, я еще у меня только в планах купить зигопителлу. Вот. И я запуталась, то есть одни пишут камбрия, вторые пишут зиг. Но все же. Я долго искала, даже на зарубежные сайты я смотрела, заходила, да, это камбрия гибридная, это Белара, это она. Значит, у нее вот такие вот огромные красивые цветы, бело-розового, пурпурного такого цвета, также могут быть или с кремовым таким оттенком и темными вот такими вот пятнами. Очень красивая. Я не ожидала, что она будет такая роскошная. У нее два цвета носа. Вот. У нее два цвета носика. Бульбочек у нее. Бульбы хорошие, плотные, не сморщенные. Значит, раз, два, три бульбы. Три бульбы. Огромные. Я ее буду обрабатывать, я ее буду пересаживать, потому что лучше не рисковать. Значит, цветет Белара у нас в середине лета или в конце лета. Весной и летом нуждается в обильном поливе. Также хорошо реагирует на полив водой теплой 30-40 градусов. Она очень это любит. Также она любит, чтобы при уходе ее содержали на солнечной стороне. То есть она любит солнышко. Вот. Но если температура повышается до 25 градусов, то нужно убирать с прямых солнечных лучей ее подальше, чтобы прямые лучи солнечные не попадали, потому что вот эти вот бульбы могут получить солнечный ожог. Также этот гибрид наиболее устойчивый к сухости воздуха. Это самая устойчивая орхидея к сухости воздуха. Вот такая была красотка, я безумно ей рада. Приятный бонус то, что она пахнет. Цветы просто сказочные. С вами была Ирина и чудесная орхидейка Белара. Всем спасибо за ваше внимание, за просмотры, подписки и лайки. И до новых встреч. Берегите себя. Пока.